Саша нам проебал голду. А что там хотят АОК раздельно опять сделать? Зачем? Не знаю, вроде говорят, лагает. А сейчас типа совмещенный с этим, с Аликом. Ну да. Дайте стол. Итак, точно. Есть там еще один танк свободно, еще одну пачку всарить. Для мили какой-то, чтобы командира вытянул. Давай сейчас смотрим. Подойди побольше. Макгрегор, иди сразу следующего командира вытаскивай. Давайте Тавиган вытащит себя. Макгрегор слева, да, беги, да, слева. Это... Меня дисканул, сейчас я зайду секунду. В центр его веди. В центр. Ну, танк 81 выкинул. Давайте бьем пока командира, сведите трэш, набивайте пока агро. Не бейте весь трэш. Командира убейте, потом под ростом зальем весь трэш. Пусть наберут агро на нем. Пробудителя из рейда. Пусть берите. Все, давайте рост. Веди этого пробудителя к остальным, Макгрегор. Ну и короче, там не двигаются сверху, зависли. Да ёбаный стыд. Сейчас я снова зайду. У кого там, блядь?
Давайте РДшки расстреливаем тут на тех, кто наверху. Ничего не тянутся, что ли? Не, после смерти командира они на месте стоят. Не, хватит. Это что? Отойду минутку, покажу там одну-две. Маги, поставьте стол. Ты что, ли, баф? Там каску поприставь. Паладины бафали что-то? Волшебно смарт кью. Не-не-не, я ничего не бафал пока. Бафы, каски, волшебные кулаки. Тюменские кресты. Я пока по телефону, без звука. Угу. Сейчас, секунду, дай мне маму отопить. Пулятик тут из ДК. Макгрегор, основа поклонский, первую копию. Ваня Варенько пришел уже? Да, я тут. Вторую? И вторую, да. Макгрегор, иди начинать. Ровно по центру ее ведешь, ни влево, ни вправо, никуда. Хорошо, я understand. Цирк приехал. Сука, да я ебал в пизду!
Что случилось у тебя? Тяжело выбиться. Я думал уже упасть, но давай попробуем, ладно. Походу сорвали. Ты кого поднимал? Не его. Я Макгрегора. Да не надо больше БРФ отдавать, попробуем так. Ну, что-то это не моя вроде. Падайте, Макгрегор. Вы все умерли, падаете. Удар не оставляет живых. За кто сорвал огонь? А, Макгрегор был. О, не сорвал, я умер. Смотри, Макгрегор, тебя если подняли, уже другой БДК танчит. Ну, логически, но забери ты следующую копию. Не надо забирать уже с этого БДК босса, и чтобы он забирал уже. Ну... Да. Я понял, что ты сделал, но зачем? Что он делал, скажи? Ну, его БРнули, он подошел и забрал основу. Не, это хуйня. Как он умер, лучше скажи. Но он не отошел. Там пинг был большой. Пинг, и ты пошел тьму танчить нам, да? Я тьму затанчу. Пинг вот взял мой. Забиться на КП. Но если я танчу, то типа тебе 500 ГП. А если мы тебя не захилим, это будет считаться, что ты не оттанчил? Нет. В смысле, ты не поражался? Какой пинг нахуй? Итак, извините, сагильдейцы, пожалуйста. Будешь нам, ты что делаешь? Пытаюсь сервер получить свой. Шаманит. Шаманит. Пожалуйста. Давайте бафы. Если ты лагаешь, Макгрегор, заранее беги. Да не, я, блядь, просто конченый. Молись, чтобы это было не так. Но это только на этом боссе, остальные дайте боссы я топ. Пожалуйста. Инту, давайте, пожалуйста. Ваня, Варенька тут? Да, готов. Начинаем, Макгрегор. Поможет мне Аллах. Баба. Тогда сейчас болтар точно шубу баг сделает. Да отходи еще. Блять, полоса это показывает ДБМная. Я... Нахуй тебе полоса, блядь. Главное, чтобы две полосы не было. Короче, я не знаю, убить его, блин. Макгрегор, сука. Базар Войда, седые волосы, пожалуйста. Во, вот так хорошо. Да, было охуенно. Молодец. Не, ну ты где-то 2-3 раза словил. Можно еще лучше. Сука. Когда он такой здоровый, нужно прожиматься, считаю. Все, заберешь третью копию. Что это происходит? Третья на мне есть. Что за рак? Бегай с ним. И седло тоже. А, Поклонский двоих держит. А Верхильти Поклонского. А, мать только что то же самое моя сказала. О, Женя бессмертная, я бы забагал этого миника. А, черт, опять вырос. Начал бить. А, не, не бьет. Спасибо. Хоть так. Это только с этим боссом.
Здесь произошли страшные события. Понимаешь, три кнопки надо жать, а у меня полушарие, блядь. Одно полушарие не работает. Два, блядь, два. Вот, два полушария, а кнопки три, короче. Черные драконы явились из ниоткуда. Левая на ЛПшку, правая на таун. Мы даже не успели понять, что... Силы... А средняя на раскол. Мои братья гибли один за другим. Раскол, блядь, а я спряталась здесь. Я говорю про полушарие мозга. Нас убивали с расчетливой жестокостью. То, боже, какой-то и средняя тоже есть. Мужичок? Начинаем бегать. Атакой, да? Беги давай, рейд стоим. И по таламу встречал. Кто-то включил уже и по таламу. Только что. Смотрите скид. Смотрите на кота. Ой, рано. Сейчас сдохнем, да? Кто он вам докучает? Кого? Ну, жезл. Не знаю, Альфредас. Урод. Ну, я так нашел. О, скин. Макгрегор, давай кровоотвод или кровь для начала. На пяти и незыблемость даже. Я никому ничего не должен. Все, прожимай, не забывайся. Прожал. Красава. Нормально сказал, никому ничего не должен. Вот это забывайся. Ну ты сейчас должен босса ровно поставить, понял? А, да это на изи, он, блядь, слох, этот босс. И вот эти два были сложные. Паладин распределяли фридомы, правосудие, ауры. Еще раз мамонта, пожалуйста. Я не слышал. Волшебно, смарт-кью. Да. Проблем не будет? Фридомы, правосудие, ауры? Нет, конечно. Или назначить? Окей. Первая пати тьма, все остальные свет. Тьму танчит Макгрегор. Поклонский третью фазу свет. Шизар мелкий трэш. Напуливаете его на Шизара мелкий трэш. Тьму хилит Лизни Тотем, Макси Йокоть. Свет хилит Тюменская и Секьюрити. Четвертая пати, остаетесь добивать больших, кроме демона. Слава, на второй фазе заливаем ману Лизнитотему, на третьей фазе секьюрити. Угу. Залей в начале второй фазы. Шизар, заливай всегда секьюрити. Дима Джерри, он диспелишь третью фазу, свет. Чек на готовность. А рыба будет? Поставьте рыбу. Анорексия, ты в свету дамажишь. Лак, можно по ДК? Печатное виновение включаешь и заливаешь трешек. Только подожди, в него сразу не врывайся, пока он бежит. Уже вот на пулы пойдут, на танки будет, тогда врываешься в него. И поставь ауру на броню. Тюменская аура защиты от огня. Так, стоп, у нас не было ауры на броню. Волшебно, какая у тебя аура стоит? Волшебный Smart Q. Напишите, какие у вас ауры. Smart Q, какая у тебя аура? Блять, вы издеваетесь? Так, на огонь и на тьму. Во тьме должна быть аура на броню и каст аура. Две ауры.
Волшебно. У нас в РСке две материальности. Должны быть две ауры на броню. Никто тебе не освободит ауру на броню. Отбегаешь, а дальше под рейда включаешь. Подходишь. Все. Smart Q каст ауру ставишь. Тюменская можешь поставить на огонь. Security тотем защиты от огня тоже. Потому что в свету там не нужна, в принципе, кастаура. Бахните им ту, пожалуйста. Правосудие. Кто кем, каким бьет? Волшебно каким правосудием? Smart Q каким? Я ж у вас только что это спросил. Все ли нормально? Все ли вы там распределили? Smart Q, ты каким правосудием бьешь? Все, молодцы. Чек на готовность. Все готовы? Рейд не пулим. Макгрегор, начинай. Добиваю. Да, добиваешь. Четвертой пати добивайте. Ёлка метка. Лизнет эта метка. Ваня, под каждый мелкий прожимаешь какую-то, либо ты понял, либо кожу, либо этот. Да, на физический урон. Перебежали. Либо иступление его. Ну и иступление можно с клыком прожимать. Лизни. Метка опять. Так, переводим босса. Макгрегор, сразу заходи. Рейд стоим, рейд ждем, пока Макгрегор зайдет. Незабываемость прожал, молодец. Заходим, рейд. В звезду становимся. Ну, как сольется немного, до 80% залежь тогда. Шанамник. Диспау. Беги, малышка, беги! Будет метка заходить, если добили. Можно? Заходи. Да, заходить. Пуля. Нет, нету метки. Ближе к морде сейчас метка. Не, я он не заходил, волшебная метка. Где-то метка. Пятьдесят 54%. Бьем пока босса. Все, метка в минилтор выноси и выходим в свет. Выходим. Дали в свету рост. Метку назад сейчас несем. На Рексис. Исправил.
Я что-то подлагиваю. Перебежали. Перебежали. Спахилы дальше убегаем. Альфреда с метка. Во тьме дали рост. Свет бьем трэш. Не бейте босса. Свет не бьем. Свет не бьем босса. Стоим, ждем. Пока живой трэш, не бейте босса вообще. Смарт, блять, уйди. Кто там сова наливает? Пизда, смарт, один стоит в рейде. Смарт, наверное, на тебе метка. Шизар, метка. Все. Что там у вас случилось? Я вышел, я вышел, из меня диспелили. Я же что, пробегал до стены. Мы скидываем, да. Ты сам не можешь диспелиться. Зачем ты вернулся, если ты был с меткой? Я думал, что с меня диспелили. Сам же не видишь. Почему ты не сдиспелился? Паладины сами себя диспелят, смарт-кью. Хорошо. Вытащи на единичку диспел, блять. Смарт-кью, будь ровным пацаном. Все, кто могут себя диспелят сами. Очищением, да? Да. Ты сейчас не видел вас, а кого-то, блядь, Свету кого-то убил, голем маленький, или нет? Вот. Нет. Анорексию, кажется. Да, уже мы не хилили. Дайте мамонта, пожалуйста. Я даже не заметил, что кролик умирал. Там, короче, никто не умер, мы просто уже не хилили, когда тьма умерла. Ну, пробила Фёрзе. Это еще на, ну, начало там. На третьей фазе. На голенчиках. Проклятие. Да. Не то бахните. Дима, я думаю, это первый раз так будет. Все готовы, начинаем. Почему вы бежите в ёбаный рот? Там было бежать и поставить. Несуйте близко к боссу. Минилтор. Джерио. Перебежали. На Рексис. Гарин. Перебежали. Справа выросшие бегут. Осторожно. Шизар метка. Не подходите к нему, пусть он вынесет. Подожди, не заходи быстро, Макгрегор.
Ну а зачем вы, блять, красавцы? Порожмись, Варенька, заходи. Ну, волшебно. Макси. Угу. Зашли рейд. Блин, я сейчас на портал тыкну. Я останусь себя добивать. Волшебно, заходи быстрее. Выйдите. Лезвие. Блять, гуси. Анорексию поднимай. Гуси, гуси, га-га-га. Гуси. Стишок какой-то был, не помню точно. Не скатите, да-да-да. Да-да-да. Это мы ему заливали? Что, можно заходить? Нет. Максиметка. Смарт-кью-метка. Дайте по волшебным, по магам и паладинам бафы. Это что, блин? 52%. Четвертое лезвие? Да. Бьем, пока будем выходить под хвостом после лезвий портала, кидану метка. Аудакиаус, побежали выходить. Тяни немного на себя, Макгрегор. Давайте быстрее. Святую розу дали. Поворачивай на рейд. Где-то метка. Хера морозит. Вот там, блядь, Макгрегор, Альфредос. Не морозьте трэш. На Рексис метка. Перебежали. А, свет, стоп. Не бьем, дайте во тьме рост. Свет не бейте. Мараксус метка. Да. Падаем. Сука. Почему вы даете, когда мобы прибежали в рейд? Да не понимают этого. Блять, гетто, блять, керс. На пул давайте, когда мобы под боссом еще бегут. Они прибежали, 4 моба в рейд, блять. Они бьют людей. Они думают так, знаешь, они по всем не напулят так. Вы, блядь, не понимаете, что ли? 3 напула для этого взяли. Напулы нужны, чтобы помочь танку собрать весь трэш на себя. Не держать. Медведь удержит. Мобы бегут со всех сторон. Нужно просто вот большую пачку, которую видите, напуливайте. Просто 2 тика града, все, этого достаточно. Не надо, чтобы весь напул влился по всем мобам. Это будет уже поздно, потому что хилы будут мертвы в таком случае. Чем мы сейчас упали вообще? По какой причине? МТ упал. А почему? Не знаю. Следом 28. Д
ДПС хватает же нам, может ты третьего пила спекаешь в свету, и он не упадет 100%. Кого? Ну, пуля есть у тебя на лице. Хантов и так дыхает. Да не надо. ДЦ нету у пули. Хуёво. Не, просто ну, я думаю рискованно это, блядь. Кто бафнет? ДПС хватает, поэтому четвертое лезвие, да? Не, ну РДД вы, конечно, вообще красавцы. Переводим босса и стоите у стены. Блять, вы чем вообще думаете? Джерри, он, блин. Как у тебя дела? Ни о чем. Почему ты у стены стоишь? Я стоял у стены. Да он не понял, что происходит. Ладно. Знаешь, ладно. Почему четвертый были? Потому что долго добивали вы там, потому что трэш морозите в метке, блядь. Потому что мы зашли позже. И потому что добивали вы больших долго, блядь. Да потому что я случайно. Если бы Фредос не сдыхал в метке, все было бы заебись. А, ты о том, что метка тогда была, но там меня она чуток задела. Но ничего страшного. Чуток задела? Да. Сколько она там домогнула? 2800, о, пиздец. Тебя тучка спасла. Альфреда... Василий прожимал тучу, ты чё? Дима, я оставался добивать с тобой, я смотрел на вас. Два чисто затупка, стоите у стены, блин, в этой луже. Я не нажал тучу, Даня, ты что? Не нажал, Фреда, честно, сдох, давай, не нажал. Хорошо, хорошо, Дима, хорошо, уговорил. Да это сейчас надолго будет. Че, зачем вы кого-то целую поэзию делать? Не двигайтесь никто, блядь. Смарт Кью метка. За сколько стоит, если купить голду волка? Перебежали. 10 капец, 500 рублей. Лужа, нормально. Поклонский метка. Здесь пальти его. Бля, огонь. Охуй. Ну я понимаю, все смешно, блядь, все заебись. Может ты его нахер пойти спать? Я бы пошел, блядь, но это бред, пиздец. Че вы, блядь, гуси что ли? Спекни, блядь, хила. Падаете, блядь, с 5 хилами в первой фазе, блядь. С 2 на третьей, блядь. Я не знаю, как можно 5 хилов на первой фазе ДК уронить. Ну там мэр, по-моему, уроняли только и все, он там с одной тычки дух реально 60 тысяч. Посмотрите, кто еще сейчас не поставал нахуй по эффективному. Ну, здесь последние тычки просто получается минус 33к и потом минус 21к. А время 0, хрен десятых, короче. КП не хватило, чтобы выжить. Не, 1.6 там между тычками. А, ну вот. 1.6. 33.21. Так если танк слабо одет, не успел блять, нажать захват рун, блять, вот чуть-чуть деца не хватило. А почему у тебя 54 тысячи хп? Насмотрим, пацана, и отправим нормально качество кого-то. Плечи, ноги, чарки нету. Да, блядь. Чарки. Их раз одну кай даю. Ну-ка забафайте его, сколько хп будет. Ты бы хоть банку выпил. Банку дайте ему, блядь, на 1300 хп. Инту по райду дайте, снимите. Ну, смотри. 56. Это еще без крика. А ну дайте крик.
крик на хп вары, блядь. А почему у него 54601 было? Не знаю. Ты не красный там, не? Поломанный, что ли? Нет, может, я тогда мертвый, ну я не знаю, что там. Починись. И у меня нет ничего этого желтого. Похуй, просто починись. Так с мамой ты брал, по-братски. Вон он стоит. Не надо за желтого надо заводить, там 1-2 вайпа и чините сюда. Ну как, что ты думаешь насчет пистолета? Мне кажется, блять, лучше спекнуть, нахуй, нахуй. Кого? Блять, хуй знает. Да не надо никого спекать, не повезло просто. Все, да давайте драйв. Так сейчас ебать, на удачу, если надеяться, конечно, то вести, то нет, блять. В резке из 6 из 8 хилов хоть поставь, в резке можно умереть. Да нет, шанс падает очень хорошо. А когда сказали огонь, это что, он в огне умер, что ли? Да не. Описали ситуацию. Пришлось пояснять за шмотки. Все, начинаем игру. Не шевелитесь никто. Тюменская. Бежим. Ваня, прожимайся, электроды с метка. Стаки на крыше. Минская метка. Перебежали. Уже в рейд. Хули на вылет метка. Заходи. Зашли рейд. Торгаренник. Звезду встаньте. Сделай два шага на себя. Хорошо. Смарт-кью метка, заходи, если добили. Опять под морду носите. Зату лужу несите, зату. Не передай, это я зату. Будь ману заливал? Да, слизь не заливал. Ближе к морде сейчас Мараксус. Анорексия. 54%. Берем пока босса. Макси метка, выходим в свет. Святой рост. Анорексия метка.
перебежали. Дали в 8 рост. Свет, бьем, трэш, графит, метка. Свет, бьем, трэш. Во тьме дали рост. Минил тур метка. Частицу обнови на Поклонском. Перебежали. Сейчас будем стопать свет. Все, не бьем свет. Ждем трэш. Секьюрити метка. Прожмись по-кнопски. Ваня тоже. Беги, малышка, беги! Вот метка. Бьем босса. Перебежали. Лужа. Минил Тор. Добиваем трэш босса, не бьем свет босса, не бьем. Security метка. Все, стоим. Просто стоим, смотрим на Халиона. А я сейчас по темпу поставлю после метеора. Все, бьем, перебежали. Заливаем. Да, поставишь. Пули на вылет, споешь гимн на ману. Последний трэш, я вас прошу. Ты так затолпался. Минил тур метка опять. Отбеги, отбеги, отбеги. Бьем только трэш. Свет, только трэш бьем. Это там сказано. Сжимайся, Макгрегор. Ты же видишь, шаман упал. Там он, мы его уронили. Падаем. Как шаман упал? Блин, так все хорошо было. Две метки он. А хули там две метки? Лезвие было? Да. Ой, после этой метки был на газе. Ну, все было хорошо до этого момента. Давайте так же повторяем. Ты зубы сдавай на такие моменты. Танка-то и так захилить, я думаю. Зубами бы не помер, наверное, шаман. Схожу за водичкой. Откуда он прожмется, если... вот ребята, вот откуда он прожмется, если там КД на кровь, минута, ладно, но это, блядь, хил поднимает, там, и то на 15%, а не зыблены 2 минуты, но он отдаст ее, он 2 минуты нихуя не может прожить, никак, блядь. Кровот. Электрический момент, когда бить ударом смерти или гоните за хил декатором, сколько он захилил себя, там должно быть 300к плюс. Если дрочить на удар этот смерти. Да, в тебе там не надо на него дрочить, и что там еще делать? Ты бой, ты там страдаешь кошками. Без Рашама. Захили, когда ты... Без Рашама, блядь, по пизде пойдет удар смерти. Ты кровавой меткой исцелился один раз, хорош. Линканитесь тьмы от хита. Линканули. БДК. Даже поживой, да нет, ни один раз не прожал удар. Смерть. Грегор, ты не прижимаешь удар да, смерти, нет, он же отхиливает тебе. Давай, я туда готов. Пиздюли. Все готовы, заходим за линию.
Не, ну, кстати, возьми, когда танчишь, там реально, когда не свет выходит, я же только ударами смерти обычно бью и все. Хилюсь и все. Начинаем игры. Волшебная метка. Перебежали. Уже в рейд. Марат с метка. Отойдите от босса, Шанан метка. Перебежали. Лужа в рейд. Ну если чё, там сдох в огне. Вот, трупа. Джерион, блядь, ты врываешься? Еще таких героев. Да? Я врываюсь, да. БДК нахуй, я бы уже зашел. У тебя есть БДК? Зайди, блядь, затанчи нахуй. Тоже сова у кого-то есть, я бы зашел на БДК. Или медведь. Ну, сова есть у меня. Но тогда что? Там холодец есть. Может, без соли убьем нахуй, а? Стой. Возможно, на Алексея пойдет в тьму, я зайду на сову. А на Алексея не умрет во тьме? Да нет, не успела. Давайте, нормально, блядь. Давай, заходи на сову, я зайду на БДК. А хотя, Макгрегор. Подожди. Давай скажешь. Кто с собой идет? Я так и не поняла. Клайман пойдет этот смартфон. Да, надо заходи на сову, я на БДК и Анорексия во тьму и. Сейчас. Кто там послабее вор? Шанан, да? Шанан тогда будет в свету, а Макгрегор во тьме. Заходишь? Давай, Рэлла, пати. Прием. Макгрегор во тьму, да? Да. Нет, ну Макгрегор будет дамажить во тьме. Поклонский сейчас будет танчить тьма, а я буду танчить свет. Макгрегор в ДД. Сумоньте. Че вы стоите? Сумоньте. Сумоньте сову, ДК сумоньте. Сумоньте сову. Снимай сова. Не приходит. Тыкните на сумон. На России самой себя только. И Фридом распредели с волшебным. Анорексия во тьме? Волшебно, так, анорексия, бьешь правосудием света. И первый даешь ставишь фридом. Ауру сосредоточенности и первый фридом кидаешь. Поменяй анорексию тогда с этим шананом. А кто во тьме больше ДПС давал? Дедвар. Не, ну я думаю, шанан там послабее других. Пусть свету будет.
А ну, Макгрегор... Именно не вырываешься в трэш, иначе сдохнешь. Ну, пока он бежит. Я помню, я и так не вырываюсь с ним. Макгрегор забыл. Каску Христа баф сове. А, волшебность. С бафы теперь... Не-не, не волшебная анорексия, бафы всем каски теперь. Волшебные кулаки же, да? Респект смени на ДД. Каску инту бафнуться. Каску магом. Марина, будешь звездой. Я... Да, ну, каску да. Мага дайте, пожалуйста. Спасибо. И шаманом каску. Чего-то не хватает. Мне кому тотену ману резать во тьме? А, заливаешь... Его на фазе тотема на третьей секьюрити. На второй тотему, на третьей секьюрити. Тотем под тебе сразу или в конце? Под конец. Войд сначала заливает. Yes. Хорошо. Ваня, варенька. Все, а то. Заходи за линию. Начинай по-конски. Вары, не забываем перед заходом восьмым... А, у нас кто будет? Поднимать? Ай, блин. Подняла, да? Да, да, поднимай. Дайте по варам бафа. Макси метка. Перебежали. Клайман метка. Дайте крик на хп. Жена, на третьей фазе крикнешь на хп, как выйдешь. Беги, малышка, беги! Будет. Перебежали. Да, эту слабину не могу уже. Клайма метка. Еще не сдох. Что это такое? Короче, к вам ДП смерть. Что это хуйня происходит, блядь? Опять хилов, ничего на приколе? В натуре на приколе, блядь. То есть это не в Макгрегоре было дело? Три ебануться точечных хила, которые могут залить мгновенно хп. Два шамана, один холипал. Это пиздец. Я вон линканул смотреть. Ну тотем волна. Все нормально. Тюменская частица. Да, при чем здесь конус? Что конус? Поклонский, а поклонский, не конус. Ну, поклонский упал. Сука. Так и линканули конуса. А? Там? Ёлка. Ёлка 63 тысячи. Ёлка, может попробуешь побольше нахилить? Ну, одна секунда, два удара. Ты абсорб. Я говорю, не в хилах дело, не в танке дело. Просто не повезло. Вот сейчас, сейчас еще больше. Он 67к за секунду сняла у него. Вот атака, клиф. В одну секунду проходит, и он ваншотает. Там никакой хил не вытащит. Все там вытаскивается. Молитва. Да смотри. Нет, одна секунда. 36,5 и 30. Два удара за секунду. Так ты посмотри, сколько там всего можно навешать. Щит от это орехи, блядь. Шизнецвет, блядь. Танк хуй упадет, но это бред. А чем они хилят? Буйный рост, омоложение. Пиздец. Чист, так и жизнецвет на первой фазе на танке, блядь, видишь, он падает.
Ой, да, ни одного хила, один недохрист какой-то, и Войд объясняет хилам, как хилить. Не, ну а хули, блядь, да похуй. Войд, ну, Войд, ну на перебежке я могу кинуть жизнецвет, но никогда мы уже перебежали, я буду опять на нем стакать. Я поднимаю рейд после луж. Ну... ДЦ дал щитки, блядь, лужи никого не бьют. Если бьют, блядь, они падают, им ГП будет. Какие проблемы? Там так, ну, госпекнись в хила. Да похуй вообще, хильте как хотите, блядь. Мы падаем, блядь, потому что танк умирает. Йорс на Рексе, что не хватает? Лапы. Слава, ты просто не понимаешь, что если добавить хила, это ничего не изменит. Да я не говорю добавлять, я говорю, запотайте его по хулу, блядь, им похуй. Нету лапы, дайте лапу. Лапу дайте. Да это фигня, вчера на первой фазе нормально все было, чё? Вы другие были. Шанан тут. Все готовы. Мараксу, зайди за линию. Начинай по-конски. Перебежали. Кьюрити. Перебежали. Макгрегор стоит. Заходи по-конски. Зашли рейд. Заходите, если добили. 25%. Кто заходит? Заходите, кто-то добьют. Пропускайте ближе к морде. Мейнеры своим шаманом заливайте. Не ставим. Да, здесь свету. 52, 51. После лезвия будем выходить, после метки. 50. Волшебная, выноси. Выходим. Дали рост. Перебежали.
дать мне рост. Прогарен метка. Перебежали. После перебежки пуля дай им наманул. Свет не бейте, босс. Свет не бьем, да. Перебежали. Резать? Да, да, резай. Вставай сразу. Перебежали, Шанан, кликни на хп. Дима, стопники у нас 70. Босса сильнее мелких на пол. Прожался. Хильте Шизар, тоже хорошо. Правильно. Стоп, растут. Пейте мелкий трэш, добивайте его. Ой, теперь мимо Мараксуса. Давай быстрее, давай быстрее. Перебежали, перебежали. Перебежали и добиваем босса. Добиваем босса. Лужа сразу. Хильте, хильте, хильте. Зергайте миллион. Наконец-то. Классный лут. Насладитесь сполна ее вкусом. Ибо когда вернется. Ну кто это нас? Господин, этот да, мир это сгинет в огне. Графика. Что ты так долго бегал? Не диспелил никто, что ли? Ну да. Ну, а назначал ты кто диспелил? Сколько еще таких героев? Да там в конце же. Да, в конце. Но так, такая большая лужа. Зеркало. Ладно, всем спасибо за это. Удачки, не поседай, если шо. Передайте вот весь там, кто что забрал конусу. Зачем вообще его ролить? Чешку рольте. Для пущей сохранности. Альфредус, дай мне эти шкурки. Это пароль на офф.